Сегодня у нас 2 июня 2015 года. Там находимся в деревне Потеряевка. Вот брат Виктор Савченко решил проборонить картошку. Мы взяли у батюшки нашего отца Якима борону. Вот он сейчас боронит. Вот. И вот брат Никита еще у нас, Колесников с Украины, камни собирает. Это у нас там много кирпичей. Тут, говорят, стояла школа раньше. Вот, и много кирпичей осталось, булыжников. Каждый год выбираем, и сегодня никак не можем выбрать эти кирпичи. Вот, земля, конечно, жестковатая, потому что я дождями прибил ее. Вот сейчас. Ну как, брат Виктор? Ощущения? Да слава богу, не украден, не убит. Вот такие вот барана. Самый основной саняк мелкий она сшибает, а остальное вручную пьется. Можно сказать, что у нас раньше лошадки были, была ласточка, а потом она исчезла, ласточка-лошадка. Хорошая была. У нас дети в лагере катались. Ну и дядя Павел, хозяин этой лошадки, он нам боронил часто. Но теперь лошадки нету. А у него какие бороны-то были? Такие же или? Ну там. Побольше, да? Она в раза 4, наверное, подлиннее была. Угу. Ну, естественно, для лошадки. А мы поменьше, ростом пониже, духом пожиже. Поэтому для нас и бороны такие. Ну, да. А теперь без ласточки будем выполнять эту лошадиную работу. Ну, Господь говорит, что не отвращайся от трудной работы, то есть и от земледелия тоже. Ибо оно учреждено от Вышнего. Христу. Чудное дело Господа. Сегодня у нас 3 июня 2015 года. Это лагерь Стан, православный детский. Вот наш шарик. 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 Ну, шарик. Умница наш. Это вот мы находимся недалеко от деревни. Сегодня мы мажем кели. Вот брат Виктор у нас, Николаевич, растирает водой, а мы потом мажем саманом. Это технология 21 века. Нигде такого вы не увидите, только у нас в Потеряевке в лагере Стане. Вот растираем, а потом замазывают братья за мной. Быстро и удобно. И белить. Вот сколько из ведра надо воды лить-то? И напор небольшой, с пруда у нас. Сегодня 30 градусов жары. Дождик мимо нас прошел. Поэтому нам погода как раз благоприятная для этой работы. И потом белить удобно. Вот, да, потом белить удобно. Оно подсохнет, скрепляет это все. Ну вот, что мы имеем, это саман, известь. И желание трудиться во славу Божию. Да, слава Богу. Пошел я дальше смотреть, кто чем занимается. Вот наш брат Никита тоже замазывает саманом. Как работа? Нравится? Замазывается. Сейчас туда он пойдет мазать. Ну и сколько вы помазали уже келей? Три получается? Да? Да. Сейчас я вот это замажу и туда на третью. Вот. Замазано тоже все у нас.
не буду. Глина, потом солома мелкая и вода. Как принц Египта, мультфильм. Глина, солома. Народ израильский порабощенный был. Принц Египта. Мультфильм полнометражный, посмотрите. О Моисее. Интересный мультфильм. Вот они тоже там глиной, соломой занимались. Да, это точно. Видите, все отваливается. Смотрел Никита этот мультфильм, нет? Да. Так вот ты вспомнишь работу еврея. А там жара под 40. Может быть, в тени. И плетки, и удары. Вот где концлагерь, а не наш. А тут кто-то говорит концлагерь здесь. Ну да, вот эта вышка напоминает концлагерь. Едим досыта, спим досыта, что еще надо? Работаем досыта. Какой же это концлагерь? Да, слава. Что у нас досыта? С избытком. Как-то говорят, работы нету. Ну как нет работы? Тут одна сестра звонит недавно. Ты чем, Витенька, занимаешься? Я говорю, на крыльце стою, думаю, куда идти, какую работу делать. Раздваиваюсь и расстраиваюсь. Ну, не то, что расстраиваюсь, а на три части. Думаю, туда-сюда надо идти. А в городе нечего делать. Ну как нечего делать? Россия должна стать. А Россия — это мы. Да, это все. Аминь. Правильно говорю. Слава Христу. Да, аллилуйя. Сегодня у нас 4 июня 2015 года. Погреня Погиряевка. Вот. Я ездил барабашам за подсолнечным маслом и Евангелие заберу. И вот сейчас вот цепушки. Юнчиков. Вот. Эта батюшка работает. Мы пролезем за место косы. Сейчас вот такая техника, газона косилка. Там да, сказал. А-а-а. Батюшка, отец Аяким. А батюшка, там что, леска внутри или что там? А вон, посмотри, вон она. Вот она, леска. М-м-м. Леска. Она косит. Но если крупную косить, то есть еще такая диск. То можно там осить крапиву такую жесткую. М-м-м. Потому что эта леска тот не возьмет жесткую. Крапиву, репей, наверное, да? Да, крапиву, репей, там даже мелкие деревца можно, то тогда диск металлический, там диск. Mm-hmm. А так очень хорошая машинка, вот видишь. Ну, смотри, как. Сегодня 4 июня 2015 года. Это поселок Потеряевка, вон там деревня. Вот. Это у нас детский православный лагерь стан. Вот сегодня пришли помогать нам белить кели. Вот еще от кухни у нас не побелено. Изнутри я белю сам. Вот наш православный библейский сайт. Там же форум, ссылки есть на YouTube. Вот. Идем дальше.
Вот наша кухня. Я только начал побелку здесь. Еще много работы. Мыть еще надо будет потом. Вот вчера обмазывали кели самоном. Вот сестра трудится тоже. Людмила Анатольевна. Так. Вот Николай, Вик Николаевич трудится. Я тут косточки перемываю. Зацепилось где-то. Ну, что? Уже две фляги. Нет, тут фляга. Известь. А, ты вон с чем. Я думал, он за известью, а он тут ходит. Снимаю. Местный ФСБ. Снимаю. Ну, вот. Отчет. Тася вон побелила, но она уже ушла. А, ушла уже. Это вот сестра двоюродная ее. Ника. Ника Жорина, да? Вот еще Людмила Анатольевна здесь вот цветы посадила. Людмила Анатольевна здесь посадила, и там еще просто стас. Угу. Красила наш лагерь стан цветочками. Что там, продвигается это дело, да? Да, продвигается. С Божьей помощью. Вот, тут уже побелено. Вот, брат, еще у нас Никита тут белит. Я технику придумал такую. Щетка, щетка жесткая. Угу. И ты вместо того, чтобы тыкать, наклоняешь, и вся эта стекает. И звездка. Ну, как бы так. То есть такие. Слава Богу.